Телеуправляемый диагностический комплекс погружается внутрь пустой трубы теплоснабжения. Этот робот с помощью нового метода переменного намагничивания определяет толщину металла. Фиксация скрытых дефектов поможет энергетикам Т+ находить изношенные участки коммуникаций и заблаговременно планировать ремонтные работы. Вот у нас здесь сверловочка есть небольшая, вот он участок виден. Вот. То есть он его показывает как дефект, да? Да, он его как дефект. Вот эту мы сдвигаем потом. Она у нас больше, ну, более сильно прокрашивается. Он, видите, как лепестком выглядит. Здесь и вот здесь у него часть. И мы его отрисовываем и узнаем остаточную толщину данного участка. Робот не сможет заменить температурные и гидравлические испытания теплосетей, но станет дополнительным способом диагностики коммуникаций. Использоваться он будет на важных участках тепломагистралей, а также там, где масштабные земляные работы могут создать неудобства для жителей. Он позволяет нам посмотреть такие ключевые участки, которые сложны для вскрытия, и определиться их необходимостью, как то под трамвайными путями, как то очень мощные кабельные линии, где проходят водоводы и другие инженерные коммуникации. Уже в начале мая диагностический комплекс отправится на свое первое задание в Новокубишевск. Михаил Ермоленко, Константин Головин. События.